Приветствую, друзья! С вами Марина Майорова. И сегодня давайте вместе установим какую-нибудь красивую тему в такой программе, как Discord. Для этого нам необходимо перейти на сайт Better Discord. Ссылочку на этот сайт я вам скину. Здесь мы загрузим утилиту. Итак, давайте нажмем «Загрузить». Нас перебрасывает вот на такую страницу. Здесь последнее обновление как раз вот этой утилиты. Всякие тут поправочки для MacBook, для Windows. И нажимаем вот здесь вот, да, на самом верху, где нажимаем вот для Windows. Так, нажали, пошла закачка. Показать в папке. Вот она у меня в загрузке упала. Я кликаю на нее дважды. Нажимаем «Эгре». Далее нажимаем вот здесь вот «Загрузить». Тут ничего не трогаем. У вас на диск C загрузится. В принципе, вы можете на какой-то другой диск загрузить. Например, не на C, а на диск D. Я ставлю на C, потому что у меня там сама программка, диск загружена на C. Здесь выбираем, что нам нужно загрузить. Да? И нажимаем «Загрузка». Так, все, пошла загрузка. Теперь нам надо войти на нашу страницу. Прописали свою электронную почту, пароль и нажимаем «Войти». Итак, мы вошли в нашу программку. Если зайти вот внизу в настройки, у нас вот появились как раз вот здесь вот новые такие всякие ништяки. Да? Нам нужно вот это вот, которое программирование CSS. Вот эта функция. Выбираем эту функцию. Теперь смотрите, нам нужны с вами темы, да, какие-то темы. Также под видео я вам скину ссылочку на темы. Здесь у меня их несколько штучек. Так, давайте откроем посмотреть. И вот у нас получается здесь 7 тем. Ну, давайте на пробу выберем какую-нибудь тему. Например, что-нибудь такое вот Winter. Нажимаем «Скачать», «Показать в папке». Так, давайте мы ее откроем, эту папочку, при помощи блокнота. И скопируем вот этот вот код. Копировать. Идем обратно в нашу программку. И этот код, что мы скопировали, мы его вставляем вот в это окошечко. И нажимаем на клавишу «Update». Так, здесь мы окошко можем уже закрывать. Ну и смотрите, что у нас получилось. Вот такой у нас пейзаж новогодний с оленями, да, то есть вы вот выходите там своим всяким страницам, и вот здесь такая вот тема у вас. Ну, довольно-таки темноватая тема, честно говоря, вот для меня, да, давайте попробуем другую какую-нибудь тему загрузить. Так, идем обратно в этот файлик и выбираем тему какую-нибудь, ну, давайте вторую попробуем, да, давайте вторую. Так, скачали. Показать в папке. Открываем блокнотик. Копируем опять весь этот код. Копировать. Идем в нашу программку. Идем в настройки. Опускаемся ниже. Так, ищем, да, где для программистов вкладочка. И вот в это свободное поле опять вставляем наш скопированный код. Ставить. И опять нажимаем на первую клавишу. Вот. Как видите, тема у нас такая совсем другая стала. С чайками. Какая-то вечерняя такая, да? С закатом. Обратите внимание, что меняется вот цвет даже оформления, да, надписи, вот эти все выделения. Вот. Ну, давайте попробуем еще третью, да, какую-нибудь тему поставить. Итак, идем обратно в наш загрузочный файл. И давайте выберем, ну, первую давайте. Скачаем первую тему.
Опять мы открываем, кликаем два раза, копируем все. Обязательно все надо скопировать. Если вы что-то, вот даже вот эту палочку косую не скопировали, у вас уже код будет неправильный. Так, закрываем. Идем опять в нашу программку. Идем опять в настройки. Нажимаем нужное нам поле. Вставляем то, что мы скопировали. И нажимаем опять на первую клавишу. Вот такой у нас получился дракон. Смотрите. Вот я его, дракона, и оставлю. Оранжевый цвет такой, апельсиновый, классный. Все, вот эта тема мне нравится, я ее себе оставлю. Еще хочу обратить внимание, что с загрузкой тем у вас загрузились еще и всякие там смайлики новые. Да, например, вот вы когда в чат переходите, ну вот, например, да, в чат какой-то, там что-нибудь пишете. А, интересный смайлик. Так, давайте. И нажимаете вот сюда, когда на смайлик. Вот видите, где вот самая первая, да, клавиша. У вас здесь появились вот эти новые смайлики, которых у вас не было, да. То есть вот здесь вот традиционные, вот эти вот смайлики, которым серым цветом выделены, они платные. Для этого там в месяц надо заплатить сколько-то денежек, чтобы они у вас были активными. Но даже смотрите, если нажать на смайлик, вот видите, узнать больше, да, нажимаете. И вот написано, да, вот тарифы, да, то есть в месяц, грубо говоря, $10, если вы хотите пользоваться такими смайликами. Так. Давайте опять нажимаем на смайлик, да. Нам не нужны вот эти серые. У нас, в принципе, хватает и таких, которые уже доступны, новые смайлики, да. Можно загрузить будет свои какие-то смайлики. А, кстати, если загружать свои смайлики, хотя не буду говорить, это будут новые темы, я по смайликам отдельно сделаю видео. Так, и смотрите, давайте что-нибудь выберем такое. Ну, давайте кота рыжего, да, бессовестно. Вот нажали на кота и Enter нажимаем, и вот появился вот этот вот кот. Да, то есть ни у кого такого кота нет, а у вас есть. Вот еще одна такая фишечка, да, очень тоже классная. Так что, если вам видео было полезно, ставьте лайк, закачивайте, устанавливайте себе темы. А с вами была Марина Майорова. До новых роликов, пока!